Чтобы выбрать лучших из лучших, в Ульяновск приехал сам автор и ведущий телевизионной олимпиады, профессор завкафедры мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский. Участниками регионального этапа стали два десятка десятиклассников, победителей полуфинальных игр. В этом году игра была посвящена жизни и творчеству нашего земляка Ивана Гончарова. Для меня самая главная динамика та, которая будет у меня на программе «Умницы, умники» на Первом канале. Понимаете, здесь могло быть не очень интересно, может быть, некоторые даже переживают. Вот. А у меня там пойдет хорошо, потому что они поняли, что они ученики Сократа, и они, если они поняли, что, если, что они знают, что они ничего не знают, это очень хорошо, потому что Сократ был мудрейший человеком вообще в истории человечества. По итогам трех раундов определили трех победителей. Они стали обладателями денежных сертификатов на 30 тысяч рублей и представят регион на всероссийских играх. По решению Юрия Вяземского было отобрано еще два участника, которые также войдут в число финалистов. Дарья Сударева, новости «Ульяновской правды».